Тела жертв авиакатастрофы под Смоленском, в которой разбился польский президент, эксгумируют. Этим займется генеральный прокурор Польши. Первые 4 семьи уже получили уведомление. Ранее ведомстве заявили, что необходимы всесторонние патологоанатомические исследования с применением компьютерной томографии. Они должны помочь определить характер ранений, которые получили жертвы катастрофы, и выяснить причины их смерти и ход катастрофы в целом. Как подчеркнули в Генпрокуратуре Польши, несмотря на то, что с момента трагедии прошло несколько лет, это поможет проверить основные версии следствия. Самолет с Лехом Качинским, президентом страны, разбился, напомню, под Смоленском, не долетев несколько метров до взлетно-посадочной полосы. Все 96 пассажиров погибли.